Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений на просмотре сайтов зарабатываю денежку. Называется Challenger Box. В этом видео я хочу проверить его на вывод. Мне в комментариях написала девушка, что уже неоднократно с него выводила и что в этом плане все супер. У меня на балансе 11 центов, а минимальный вывод 10 центов. Ну, проверить надо все-таки. Значит, что я еще сделала, друзья? Я сделала апгрейд, прикупила за $1.5 себе третий уровень. Здесь за 20 центов, за 50 центов и вот за $1.5 я себе прикупила. Пополнилась на $1.5, нажала био купить и прикупила. Значит, прибыль у меня распределяется каким образом? 50 на 50. 50% на вывод, 50% на баланс покупки. Вот. И вкладочка вот эта, у меня вот этой вкладочки не было красной. Она появляется, когда на балансе появляется 1 цент. И вот у меня появилась вот эта вкладочка. А так копеечка капает и капает. Давайте я вот чисто для видео проверим. Нажму на вкладочку и соберу прибыль. Все, у меня прибыль собрана. Переходим в мой аккаунт. Ну, вот у меня стало 12 центов. Как бы тут прибыль. Ну, да ладно. Давайте проверим его на вывод. Не забываем вот здесь, где под логином, вот этот такой вот аватарка, прописать в персональных сеттингах, настройках свои платежные реквизиты и сохранить. Ну, что... Так, 10 центов вот здесь написано. У меня 12 центов. 0.0.12. Вывод. Все. Вот как интересно. Ну, типа выплачено. Давайте перейдем на Pair кошелек сразу. Сегодня у нас 31 августа, последний день лета. И, пожалуйста, вот вывод пришел, платит инстантом. Замечательно. Ну, я не сомневалась. 31 августа перевод выполнен. 0.11 центов. И комментарий. Challenger Box. Ну, а так вот серфинг здесь обновляется, друзья, раз в 24 часа, как я поняла. И вот лучше просматривать тогда уже с утра пораньше, чтобы... И вот столько у меня сегодня... Ну, вчера я еще просмотрела пару рекламок. Потом уже ждать не стала, потому как я с вечера начала просматривать. Кому интересно, зарабатываем. Неинтересно, не зарабатываем. Всем удачи, всем пока.